еще раз хотел бы поблагодарить ЛДПР за то, что подхватили инициативу, которую мы с Александровичем Шадриным озвучили на конкурсе мэра. Очень приятно, что эта инициатива разворачивается и имеет продолжение. Но джина из бутылки все-таки выпустила администрация Красноярска, когда решила оптимизировать работу дворцов культуры на правобережье. Почему-то, не имея ни целеполагания, ни финансового обоснования, она дворцы культуры может объединить, хотя там занятость полнейшая и функционал очень плотный. А здесь, кстати, и здесь на первоначальном этапе я уже услышал такую инициативу, ведь можно было бы создать правобережные и левобережные администрации, ну, чтобы вот такие бабушки и дедушки, которые любят праздники, а мы, как вы услышали и узнали, только праздники наша администрация может организовывать, или выкинуть дверь краскома, а не наладить работу этого самого краскома, чтобы она приезжала вовремя и трубы ремонтировала вовремя. Нам за то, чтобы она пинала целый миллиард в условиях СВО, совсем не обязательно. Мы могли бы те освободившиеся массажистки и водители, которые работают, пустить на учителей, в школах не хватает, и в садиках, и врачей. Молодец. Спасибо за внимание.